Сколько реально жира мы можем скинуть за месяц? Давайте начнем с того, что скорость снижения уровня жировой прослойки довольно-таки индивидуальная. И она напрямую зависит от изначального количества уровня жира в вашем организме. Поэтому давайте обратимся к исследованиям, потому что ученые за нас уже все посчитали. И ученые провели исследование и дали нам следующие цифры. Люди с уровнем жировой прослойки от 30 до 35% могут в месяц потерять от 3-6 кг жира до 9 кг жира в месяц. И обратная же сторона, люди с уровнем процента жировой прослойки от 12 до 16 могут в месяц потерять всего от 400 до 1 кг жировой массы тела в месяц. Из этой информации мы можем подвести один важный итог. Чем ниже ваш уровень жировой прослойки, тем дольше вам понадобится, чтобы избавиться от лишнего веса. Безусловно, это будет работать только при грамотно сбалансированном рационе питания и, что важно, при дефиците калорий. То есть вы должны тратить больше, чем вы потребляете. Только в таком случае вы будете терять жировую массу. И также важный фактор – это физические нагрузки. Ведь нашему организму нужно давать стимул для роста мышц, чтобы он сохранял мышечную мускулатуру и избавлялся от жировой массы. А если вам нужна помощь в составлении грамотного рациона питания с подсчетом КБЖУ индивидуально под вас, а также тренировочным планом, пишите мне в Инстаграм, и мы начнем с вами сотрудничество, и вы придете к такому же результату, как и мои ученики. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал в ссылке в шапке профиля. За подписку вы получите плюс 10% к вашим силовым. Будьте здоровы!